Вы слушаете радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, и вот, кстати, завтра, в пятницу, мы в очередной раз будем встречаться с Константином Рангсом, и очень часто мы в программах «Климат-контроль» говорим о том, как, что нужно сделать для того, чтобы изменился климат, ну, для того, чтобы он, наоборот, не менялся, чтобы остановить вот глобальное потепление. Или к лучшему. Или к лучшему, да. И мы вот обсуждаем вопросы того, как, ну, вот просто сейчас человечество вынуждено просто осознать необходимость того, что то, вот как мы живем, вот этот вот способ жизни, нужно срочно менять, пока это не привело к каким-то очень-очень серьезным последствиям. Ну и в частности, конечно, вот такая зеленая тема стала невероятно популярной и в Европе, и вот всячески пытаются стимулировать людей пересаживаться на более экологичные виды транспорта. В том числе электромобили, и надо отметить, что первые из них, между прочим, появились еще в середине 19 века, так что это никакие не новые разработки. Но, правда, тогда из-за проблем с батареями и процесса зарядки они не получили такого распространения, как машины с двигателями внутреннего сгорания, но тем не менее. И последнее время, ну, достаточно выйти на улицу, обернуться налево-направо или какие-то новости в интернете почитать, очевидно, что электромобили становятся все краше и краше. Если раньше их дизайн вызывал вот поток крови из глаз, то сейчас хочется подойти, погладить, обнять, сесть, прокатиться уже. А каким-то образом стимулируются продажи, в том числе за счет красивого дизайна, за счет каких-то преференций. И в данный момент в нашем ВАРАМе, так называемом Министерстве регионального развития, разрабатывается пакет предложений по поддержке в покупке автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов, в том числе электромобилей. И, среди прочего, предлагается предложить пособие в размере 4500 евро на покупку электромобиля. А об этих и прочих мерах стимулирования и вообще развития электротранспорта мы сейчас будем говорить с представителем Министерства регионального развития по вопросам защиты среды Алдой Озолой. Но хочу предупредить, мы договорились, что вопросы задаем на русском, а госпожа Озола отвечает на латышском, ну так удобнее. Да, здравствуйте, доброе утро. Лабрит. Лабрит, доброе утро. Доброе утро. Может быть, сразу вы расскажете о том, что это значит, вот это предложение пособия, нужно ли будет каким-то образом возвращать деньги, или это будет безвозмездно предоставляться такое пособие для тех, кто собирается приобрести электромобили, и вот эти 4500 евро, или это будет, может быть, какая-то другая сумма? Jā, labrīt, un tiešām ministrija šobrīd strādā pie priekšlikumiem, lai šādu atbalsta programmu palaistu darbībā no nākamā gada sākuma. Summa, tā runa ir par subsīdiju, tātad 4500 eiro plānojam, ja persona iegādājas jaunu elektroauto, vai arī 2250, tātad uz pusi mazāka summa, ja iegādājas lietotu elektroautomobīli vai zemu emisiju transporta līdzekļu, tas ir plug-in hibrīda automašīnu. Un runa ir par grantu, tātad cilvēku šo summu tad saņemtu, tajā brīdī, kad iegādājas automašīnu, vai no caur dīleri, vai kā atlaidi no iegādes vērtības, un tā summa tad nebūs jāatmaksā. Tātad pie nosacījuma, ja, nu, droši vien tur vismaz 3 vai 5 gadus tā automašīna paliek cilvēka īpašumā, un arī, nu, tad mums ir svarīgi, lai Latvijas ceļos, ielās arī tās automašīnas braukātu, nevis pēc gada, piemēram, tiktu pārdotas tālāk, jo svarīgi ir gan samazināt šīs te siltumnīca efekta gāzes emisijas, gan, protams, uzlabot gaisa kvalitāti, tīpaši pilsētā. Я правильно понимаю, что в договоре о покупке будет указано, что приобретая с этой субсидией, с этим грантом электромобиль, покупатель обязывается определенное количество времени на нем проездить, а не перепродать, тем самым, возможно, даже заработать? Jā, ir
Tieši tā ir doma noteikt kaut kādus arī ierobežojumus, jo mēs negribētu nonākt situācijā, jā, kad tur notiek kaut kādi spekulatīvi darījumi, bet kaut kādi nosacījumi būs, bet par tieši precīzi tad varēsim droši vien pateikt vasaras beigās, bet visticamāk, jā, tas būtu vai nu 4 vai 5 gadi personas īpašumā tam ir jāpaliek, vai arī jānobrauc noteikts daudzums kilometru vismaz ar šo automašīnu. Tas справедливо, на самом деле. А сколько планируется, вот какая сумма планируется быть выделенной на вот эту покупку новых электромобилей, и сколько примерно человек, ну вот исходя из этих сумм, смогут воспользоваться этим предложением? Mēs plānojam, ka tā programma varētu darboties 2 gadus, bet tātad no 22. Gada sākuma, indikatīvi 2 gadi, kopējā summa, kas ir paredzēta šāda veida atbalsta programmai, ir 10 miljoni eiro. Tad, protams, jāskatās, kā tur sanāk ar kāda veida automašīnas, bet runa ir par apmēram 2000 varētu būt automašīnas vai 2500, bet skatāmies, ja šī programma būs populāra, jo mēs arī redzam, ka Igaunijā, kaimiņu valstīs un Lietuvā arī ir līdzīgas programmas un arī līdzīga veida, tātad subsīdija 4 līdz 5 tūkstoši eiro apmērā notiek un tiešām tur ir populāra šis te atbalsts arī kopēji par mazāku summu. Tad skatīsimies, kāda būs iedzīvotāja ieinteresētība, un ja būs interese, to, protams, var arī iespējams pēc tam pagarināt. У нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Ужасное предложение. Электромобиль навряд ли купит человек со средним или низким доходом. Все равно по-любому это будет покупать уже человек более-менее с доходом. Тысячи людей живут стариков, да и просто, я вот не старик, я уже, можно сказать, старик, но я, например, топлю дом углем. У меня просто физически я не могу купить что-нибудь более современное. Так нам вот такие, допустим, что это не экология, что ли, допустим, на газ или что-то. Так мы это не можем просто физически сделать. А здесь автомобиль. Вообще глупость последняя. Я понял, да, вопрос понятен. Ясно. Я как раз вот он снял человек с языка вопрос. В принципе, многие возмущаются, говорят, что да, вот электромобили – это скорее игрушки для богатых людей. И опять получается, что как раз-таки богатым дают преференции. Да, да. Такие упреки постоянно звучат. Можно перефразировать, наверное. Скажите, госпожа Узола, берется ли во внимание действительно экономическая ситуация в стране? Уровень доходов? Jā, tas ir svarīgs jautājums arī, ko zvanītājs aktualizēja. Mēs esam pārunājuši šo atbalsta schēmu arī ar finanšu institūcijām un līzinga devējiem, lai saprastu, kāda veida tad klienti varētu būt šīs programmas mērķa auditorija. Protams, tie ir pamatā cilvēki ar vidējiem ienākumiem, vidēja līmeņa, bet mums ir svarīgi, šobrīd Latvijā ir ļoti maz elektroauto kopumā, ja mēs skatāmies mazāk par 1% un arī pēc gada tas nemainīsies. Mums ir svarīgi parādīt, ka elektroauto arī ir izmantojams ērti ikdienā, pilda visas funkcijas un iedrošināt cilvēkus domāt par šīm izvēlēm. Runa te arī ir par to, ka varētu atbalstīt lietotu elektroauto iegādi un to cena nav tik augsta, bet es, protams, saprotu arī, ka tā vidējā elektroauto cena šobrīd un arī tuvākos gadus visticamāk būs virs lietotā dīzeļu vai benzīna dzinēja automašīnām. Bet, ja mēs skatāmies uz situāciju, kādai tā jātīstās uz 10 gadu laikā, mums būs tas autoparks jāpadara jaunāks un arī jāmaina. Attiecīgi ir vienlaikus tad jādomā par
to, kā atbalstīt cilvēku, kas vēlas iegādāties videi draudzīgāku, tīru auto. Nu, vienlaikus jādomā no otras puses arī par to, kā varbūt mainīt, nu, bremzēt vecu auto ienākšanu Latvijā, jo tas šobrīd arī notiek diezgan daudz, bet mm-hmm. nu, tur ir sociālie aspekti, protams, jāņem vērā. Что касается вот этих вот мер ограничения поступления на латвийский рынок подержанных автомобилей, ну, я так понимаю, речь идет о повышении каких-то пошлин, налогов, сборов и прочих таких финансовых инструментов, правильно? Tāds priekšlikums bija pagājuši gadu jau, bet valdība to tālāk nevirzīja pagājušā gada rudenī. Šobrīd es saprotu, ka satiksmes ministrija arī nevirza nekādus jaunus nodokļus vai izmaiņas šo te maksājumu paaugstinājumus. Nu, pašlaik mēs vides ministrijā tad strādājām pie šādas atbalsta programmas izveides, jo Latvijā tāda nav bijusi, bija 10 gadus apakaļ tikai, un tur nu, diezgan maz to elektroauto varēja iegādāties, tad cilvēki mums gandrīz katru nedēļu zvana un raksta un jautā, kad būs, tā kā interese ir. Mēs redzam, ka arī Lietuvā, Igaunijā tas ir bijis populārs, tā kā tādēļ arī думаем, что Латвия ir pēdējais laiks, lai arī ko tādu darītu. Напомню, мы беседуем с Алдой Озолой, зам госсекретаря Министерства регионального развития по вопросам защиты среды. Отправная точка – это развитие электротранспорта и стимулирование продаж. У нас есть звонок, да? Да, у нас много, обе линии. Доброе утро. Доброе утро. У меня несколько вопросов по электромобилям. Можно? Да, да, конечно. Первый вопрос. Я бы попросил назвать 10 мест общедоступных в Риге, где можно зарядить автомобиль. Угу. То есть у нас нету структуры. Инфраструктура, да. Инфраструктуры для того, чтобы обслуживать ну, зарядку этих автомобилей. Дальше. Это первый вопрос. Угу. Допустим, во Франции, в той же Ницце, зарядка автомобилей на улице, она бесплатна. Сколько будет стоить зарядка автомобиля в городе Риге, когда этот вопрос будет решен? То есть будут ли эти зарядки бесплатными, да? Ну, нет, ну, я не говорю, что бесплатными. Ницца – это там мечта, да, но… Это правда. Хотелось бы Ницца знать, это мечта. Сколько это будет стоить, это в Риге, раз. Угу. Два, вернее. Третье. Значит, ну, может быть, это неизвестно наши сегодняшние гости, но, в общем-то, все современные автомобили оснащены катализатором, которые снижают выброс вредных веществ, да, и делают его, минимизируют. Это три. Четыре. Известно ли, что при производстве батареи электромобиля выбрасывается столько же вредных веществ, сколько при работе дизельного двигателя среднего за 10 лет. Mm-hmm. И еще один вопрос. Утилизация аккумуляторной батареи. Где этот вопрос решен? Кем и когда? И вот я захочу завтра ее поменять. Где мне ее сдавать? Mm-hmm. Как это будет? Спасибо, зафиксировали. Начинаем. Ну, первый вопрос, второй я бы объединил. Значит, доступность инфраструктуры и стоимость зарядки. Есть ли какие-то, да, мысли по поводу развития вот сети инфраструктуры? Jā, uzlādes infrastruktūra Latvijā ir vēl jāpaplašina un jāattīsta. Nu, šobrīd jau arī ir izvietotas gan pilsētās, gan ārpus Rīgas, bet, protams, ka tās, kas ir ātrās uzlādes stacijas, par ko jūsu klausītājs visticamāk jautāja, viņas nebūs bez maksas, jo runa ir par ātro uzlādi. Tas, ko mēs vēlamies pamatā orientēties uz to, lai tiek izmantota parastā lēnās uzlādes iespēja. Tas ir, nu, jebkurš var mājās vai darbā tad savienot ar elektrotīklu un uzlādēt un par parasto elektroenerģijas tarifu, jo, nu, kā tas modelis, nu, piemēram, šobrīd arī gan Latvenergo, gan citi uzņēmumi, gan arī tie, kas piegādā kurjeru sūtījumus, tad pa nakti
stāv lādējā šīs automašīnas par dienu ar viņām brauc, un nu, tas ir tāds labākais modelis. Ja, ja ir tā, tad jāpārvietojas plašāk, tad, tad tālāk un, un jābrauc lielāki attālumi, skaidrs, ka, ka tas tīkls arī turpināsies attīstīties, bet nu, tas bez maksas, bet tam ir jābūt, tām izmaksām ir jābūt zemākām vai līdzvērtīgām tām izmaksām, kas būtu iebraukt ar parastu automašīnu. Tā, nu, uz to arī tie aprēķinī tā kā balstās, ka eksploatācijas ziņā elektroauto ir, ir, būs lētāki un, un cilvēkam izdevīgāki. Bet ir jābūt vairākiem uzlādes punktiem, un mēs arī par to kopā ar satiksmes ministriju esam пару un так как план ir attīstīt un paplašināt. То есть есть какие-то программы и определённые суммы, которые возможно уже зарезервированы для развития инфраструктуры. Jā, tādi, tādi ir plāni tuvākajos gados ir paredzēts. Да. Так, и... дальше по списку, ну, утилизация аккумуляторов, например. Jā, klausītājs tiešām par, par šo ietekmi uz vidi skaidrs, ka elektroauto ražošana arī rada ietekmi uz vidi, un tur ir arī dažādi aspekti, kas jāņem vērā apsaimniekojot gan šīs te, šos te akumulatorus, gan vispār utilizējot lietotu, nolietotu automašīnu. Bet tātad šobrīd mēs esam arī pārunājuši ar gan autotirgotājiem, nu, ka, ka tas notiek tā aklimatora nomaiņa caur tirgotāju, caur dīleriem, nu, viņi sūta apakaļ faktiski pārstrādāt uz tām rūpnīcām, kur viņi ir saražoti. Mums arī no vidas ministrijas, tā teikt, bija bažas par to, kā tā situācija var veidoties, ja Latvijā, šobrīd Latvijā ir aptuveni 2000 automašīnu elektro, un ja tā, ja mums paliek viņu ļoti daudz, kas notiks ar šiem akumulatoriem, bet nu, tā tad, nu, pamatā, jā, viņus tad savāc caur, caur autoservisiem, caur tirgotājiem un, un ved pārstrādāt. Ну, то есть в Латвии они не остаются, а вывозятся на утилизацию куда-то еще на переработку. Отличная новость. Да, ну и еще просто был, было замечание, что вот на современных машинах стоят катализаторы, которые ну, вот уменьшают выбросы, но... Ну, там скорее речь идет о том, уменьшении. Чтобы перестать использовать ископаемое топливо. Но вопрос еще был один, и в том числе он совпадал с одним из моих вопросов, о том, что ну, есть же вот эта информация, и в том числе ученые между собой спорят, а так ли безвредно для природы на самом деле электроэнергия и вырабатывая ее в все больших масштабах, мы, возможно, все больше вредим экологии. Ну, es negribētu šeit piekrist, jo Latvijas gadījumā arī mums liela daļa elektroenerģijas tiek saražota no atjaunojumiem energoresursiem. Protams, nu, mēs esam kopējā tirgu ar, ar citām Baltijas valstīm un, un Ziemeļu valstīm. Bet aizvien vairāk mēs redzam gan saules baterijas, gan arī kaimiņu valstīs ir vēja enerģija attīstīta. Nu, tātad, protams, ir, ir jāorientējās uz atjaunojumiem energoresursiem, un tur tā ietekme uz vidi negatīvā tiek novērsta vai samazināta līdz minimumam. Un tiešām skatoties ilgtermiņā, gan tā situācija attīstīsies līdz 30. Gadam un vēl līdz 2050. Elektroenerģija ir tas energoresurss, ar, ar uz ko balstīsies gan lielā mērā transports, gan arī siltuma apgāde, tātad apkure. Nu, tiešām tas, tas ir tas, uz ko, ko mēs orientējamies nākotnē.
Огромное спасибо. Огромное спасибо. Мы говорим Алде Озоле, замгоссекретаря Министерства регионального развития по вопросам защиты среды. Мы беседовали о программе «Ворам планируют предложить пособие в размере 4500 евро, субсидию, грант на покупку электромобилей уже с начала будущего года. Программа рассчитанная на 2 года, общая сумма 10 миллионов, это примерно 2200 автомобилей, может быть, субсидировано. Покупка этих автомобилей на этот грант. Ну, а дальше министерство посмотрит, может быть, денег еще добавят. Параллельно, конечно, деньги будут вкладываться в развитие инфраструктуры. Все подробности чуть позже этого разговора появятся в печатном виде на портале Mixnews.lv. Еще раз огромное спасибо вам, госпожа Озоле. Да, Лейл Спалдейс, я Укбейну. А мы же продолжаем и после паузы будем обсуждать происходящее в правительстве с нашим коллегой Абиком Элкиным. Его комментарии о перипетиях в правительстве следует. На одной волне.